Распахнулись двери старинного казачьего куреня, и начался праздник. Веселой шуточной песней, красочной казачьей пляской гостей приветствуют артисты объединенных музыкальных ансамблей. На этот раз гостями и участниками традиционного воскресного отдыха в безалкогольном ресторане «Курень» стали рабочие и служащие Краснодарского компрессорного завода. Лучшие свои фирменные блюда выставил «Курень». Здесь и салат в лаванах, и кубанский квас, горячий взбитень с душистыми травами на меду, сочная домашняя колбаса, галушки в горшочках. Всего больше 20 наименований. И заметим, стоимость такого обеда всего 2 рубля. Нет только на столах того, чего и не должно быть на семейном обеде – спиртного. Его прекрасно заменили квас, тархун, сок шиповника. Казачьи потехи для взрослых, игра для детей. Чего только не было на этом семейном обеде, который проходил на свежем воздухе под столетними соснами. В беспроигрышной лотерее может участвовать каждый. Как не позавидовать такому призу, который достался инженеру Людмиле Беловой? Жареный гусь с яблоками. Фольклорно-развлекательная программа «Казачья быль» пришлась по душе и краснодарцам, и гостям города. Теперь двухчасовые праздники с кубанской кухни в ресторане «Курень» проводятся 3 раза в неделю.